Всем привет, ребята! Вы на канале Королёкка. И прежде чем я расскажу вам о новинках в мире кукол Лол Сюрприз, вы не забудьте подписаться, а мы поехали! Если вы давно мечтали о гардеробе для своих кукол Лол МГ, у нас для вас есть отличная новость. МГ выпускает новый игровой набор для кукол ОМГ, который называется Лол ОМГ Fashion Closet on the Go. Куклы же в этот набор входить не будут. Выполнен он в форме чемодана на колесиках, который дети могут взять с собой в путешествие со своими любимыми куклами. Внутри чемодана будет множество сюрпризов и аксессуаров, так что у кукол теперь огромный выбор нарядов. А встроенное зеркало поможет им определить, в каком из нарядов она будет выглядеть лучше. Дата выхода – конец лета или начало осени, а цена пока неизвестна. Помимо гардеробной, нас порадует еще один игровой набор. Это парикмахерская Lol Surprise JK Hair Salon Playset, который включает в себя аж 50 сюрпризов и эксклюзивную куклу Lol JK Prim. Как и прошлый набор, этот плейсет тоже можно сложить как сумку и взять с собой в дорогу. А так как в этом модном салоне есть подсветка, то с ним можно играть даже в темноте. Цена на него также неизвестна, но я буду держать вас в курсе. И напоследок я хотела бы вам показать более качественные фотографии игрового набора Lol Surprise OMG Remix Party Plane, о котором я вам рассказывала в одном из прошлых выпусков. Ну а те, кто не видел, обязательно посмотрите, у нас очень много новостей о будущих новинках в кукольном мире. И не забывайте подписаться и поставить лайк. Всем пока, подписывайтесь на Королёкка!